Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, да, вот у меня сегодня какое число, 11, завтра выйдет Jurassic World Evolution, а пока что давайте будем чего-нибудь делать. Итак, много чего мы сделали в прошлой серии и много чего мы сможем сделать в этой серии. Блин, дичайшими усилиями я насобирал почти 7800 монет. Как вы знаете, перешел я уже на новую арену. Кстати, а что у меня здесь? Это гибридик, давайте на этого зухататора посмотрим. Он медленный, гаденыш. Медленный. Так, а с тобой что? Так, давайте. Не собирал немножко клеток. Давайте его качнем на 5-й левел. Он, в принципе, нам нафиг не нужен. Да, а вот гибридика, может, какого-то с него прокачаем. Так, все, вот мы достигли 5-го уровня. Можем уже прокачивать редкого. Ну, надо ли он нам? Вот чем вопрос. У него есть тоже локдаун, то есть удар, который блокирует замену. Интересно, если им проатаковать какого-то там этого, ну, не паразорлов, а какого-то травоядного из вот этих, которые могут меняться. Тенентозавр или как там тебя зовут? Эдмонтозавр, например. У него вот этот удар с заменой. Его интересно, она заблокирует или нет? Или у него это автоматическая замена, она сюда не подпадает. Так, не знаю, что я еще вам показывал, что не показывал. Так, вот этого братишку мы собрали, да, по-моему, я показывал вам. Дракарек, кстати, он есть в Jurassic World Evolution, он будет. Этот динозавр. Скорость такая себе, ну, вообще ничего интересного. Не увидел я. Так, что здесь-то? Может, вы не видели, может, видели. Так, ладно, давайте, дилофазавр, точно, вечером, как-то вчера или позавчера гулял вечером, дилофазавров много вечером, так же, как и велоцирапторов. Как видите, немножко насобирал. Ну, уровень на... А, он шестой, он редкий у нас. 124 скорость, неплохой динос. Гибрида из него никакого нет, то есть, ну, при желании можно качать. Ну, я пока остановлюсь, ребятки. Вы в комментариях пишите, в принципе, может, он особо хорош. Что у него? Позитивные эффекты. Вот такие удары где-то у кого-то видел. Есть одинарный, снижает урон. Это хорошо. Ну, что-то мне как-то не впечатлил. Скорость неплохая, в принципе. Ну, лучше тогда уже раптора качать, если такие дела. Кого еще мы давайте создадим, ребятки? Давайте... Вот этого парнишку. Это кто у нас? Анкилозавр эпический, ёлки-палки. Насобирал я такие. Анкила. 30 броня, ну, эоплоцефала 40. Ого! Нет, сейчас мы рейтить не будем. Но он у нас сразу 11 левела, ребята. Он сразу может попадать, ну, точнее, он 10, не, 11-го. Он может сразу в команду попадать. Из него делается два гибрида. Давайте сейчас посмотрим, какого. Нужен 15-го, да? Ну и сюда, я думаю, тоже нужен 15-го. Хотя я не посмотрел. А, неизвестно, да, какие удары у гибридов, пока мы их не нашли. У нас есть 2200. 2200 на 500. Скорость 116. Броня 30. Так. Vulnerable... Этот удар для всех непонятный. Так, 50% защиты. Неплохо. На 4 хода. И щит 100% на один ход. То есть, ну, неуязвимость практически. Не считая динозавров, которые могут пробивать, наверное, сквозь щит. Так. Полностью взрослый full-grown анкилозавра требует 130... фунтов, то есть это разделить на 2,2, что 70 килограмм какой-то жратвы в день. Как слон. Ну, так он и весит же, как слон. Чего вы-то хотели? Давайте его сейчас сравним. Так, 2200, 500, 116, 30. 2200, 500, 116, 30. Вот с этим, например. О, он у нас тоже... Блин, эпик, это же он и есть. Вот. С эоплоцефалом. 2200, 500, 116, 30. Да, он повеселее будет.
То есть его, в принципе, можно включить в команду, ребята. Давайте ему тогда уровень качнем все-таки. И включим сейчас команду вместо, допустим, Трицератопса. Хотя даже не вместо Трицератопса. Мне вот секондантозавр, походу, не понравился. Давайте сейчас кого-нибудь возьмем, чтобы увидеть точно. И... дан. Секодонтозавр, да, уступает у нас. Та Николай Греус, да, вы знаю, писали, пока не хочу его качать. Вот у нас какая-то команда получается довольно медленная. Качнуть нужно обязательно. Дан. Блин, дан. Раптор обязательно качнуть на уровень. Насобирал я. С трудом как-то по вечерам. Они появляются после 9-10 вечера, но я в это время уже обычно не выхожу на улицу. Потому есть небольшие сложности с этим. А так в целом их много. В целом их много. И он прикольный, конечно. Так, секодонтозавр у нас такой же, как Димитродон, да? Сквозь щит, 100... 114. А здесь... сквозь щит, 113. Ну, секодонтозавр чуть-чуть побыстрее. И он по рейтингу выше, да? Так, 4700, ёшкин кот. Как мало у нас осталось. Трицератопс. Стоит ли его качать? Вот в чем вопрос. Не знаю. Так, у нас есть вот Амаргозавр. Он у нас неплохо танкует, да, по-моему? Да, смотрите, у него на 6 уровне жизни 2 косаря. Target speed reduced 90%. Ребят, давайте его... попробуем качнуть и взять, допустим, вместо Трицератопса. А, чё, все? Качнул, называется, да? У меня клеток нет. Да. Ну вот, динозавры, у которых удар замедляет скорость, мне очень нравится. А у него еще на 90, это по факту пропускает противник ход. Очень хорошо. Очень хорошо. Ладно, давайте еще сейчас посмотрим, чего. Чего мы можем тут создать. Давайте создадим зауропода. Он мне нравится. Аргентинозавр, по мнению некоторых, самый крупный динозавр. Там до 90 тонн. Ну, из подтвержденных, ребята. Давайте не будем говорить там про амфицелию, у которой там пол косточки найдено. Ну вот. Из... хорошо изученных, да, считается одним из крупнейших. Ну, давайте немножко его качнем. Пока это стоит недорого, можно повышать. Ну, не выше 10 уровня. Так, ну он никуда не идет. Ну, так, чисто. По приколу. Ну, тоже танк, да. Брони нет, скорость минимальная. Шанс крита большой, ну, хотя дэмаг у него небольшой. Ладно, дальше не буду качать. Да, потому что монеты это жесть. Это жесть. Так, ну, вот еще какие у меня гибриды пооткрывались, да. Ютасинораптор. Ютасинораптор. Так, ну, вот это Ютараптор. Ютараптор, а мне он есть разве, да? Есть у меня Ютараптор. 128 скорость, я его что-то с кем-то, с пирораптором, что ли, спутал. Ютараптор есть. И синацератопс. У меня его еще нет. Только пару клеточек нашел. Вот еще такой гибрид есть. Алисинозавр. Да, я начал сейчас... У нас день алозавра, кстати, сегодня идет. Я их начал собирать, немножко насобирал. То есть он какого уровня нам нужен? 15-го. Жесть-то какая. Так, давайте еще посмотрим на гибридов. Трикозавр. Тираннозавр 20-й левел нужен. И анкилозавр легендарный. Вот, знаете, в таком исполнении анкилозавр напоминает кого? Анкилозавра 40-го левела из мира юрского периода. Что-то ужасное и непонятное. Я бы так сказал. Стегодеус. Ну, стегоцератопс плюс... вот это ты кто? А, ну, допатозавр. Уже гибрид. Двойной гибрид. Это печаль. Это вообще нереально. Ну, короче, много чего. Смотрите, хищный трицератопс. Хищный трайк.
Стегатопс. Он, по-моему, ничем не выделяется. Стегацератопс, в общем-то, хороший гибрид. Ну, давайте пока мы на этом уровне остановимся сейчас и пойдем посражаемся. Пишите, ребят, какого динозаврика стоит включить в команду постоянно. Вот Таника Лагреуса вы говорите, да, что, в принципе, их и много, и можно его качнуть неплохо. Снимает позитивные эффекты и... Ну, блин, что-то у него скорость хорошая, да, удары, конечно, слабенькие, слабенькие. А вот у этого гаденыша, что-то он мне раздражал, я как-то с ним сражался. Снимает позитивные эффекты. Так. Уменьшает себе 1.5 урона, а у противника на 2 хода уменьшает урон. Это жутко бесит. И словен импакт. Да, вот это вот, конечно, удары прикольные. Неплохой такой Динос. Можно было бы взять. Ну, сейчас я уже на таком уровне, то есть до 10 уровня еще можно качать там много разных динозавров пробовать. А выше 10 уж извините, ребята, нужно как-то определяться с командой и качать только вот своих. Давайте качну Кулазуха. Он тоже парнишка шустрый. Он часто мне попадается, мне редко рапторы попадаются в команду. Так, тебя, братишка, тоже стоит качнуть. Ну, на 11 уровень выходим. Вопрос по Трицератопс. Вообще, стоит ли его качать? Думаю, не стоит. Вот это вот, братишку, давайте сейчас мы качнем. Я насобирал много клеток эйниозавра, много клеток нондогазавра. Ну, тут вообще 6 косарей. Еще качнем вот его, эйниозуха. И, в принципе, пойдем сражаться. Хорошо, что это хоть недорого стоит. Хотя, сейчас, подождите, мне вообще денег хватит его качнуть на 11 уровень. Сейчас запросят же 2 косаря. Точно, зуб даю. 2 косаря запросят. Ура, ребятки! Мы на 7 уровне. И у нас будет более... Блин, опять мне это заглючило. Чтоб тебе нехорошо было, ну видите. Итак, в общем-то, последний раз мне попало с 30-очкой. Нет, всего лишь его можно проэволюционировать за косарь. Так что это хорошо. То есть мы смогли это сделать. Скорость 117 маловато, но у него дамаг, броня, ну, в общем-то, неплохо. Пока что его пользую. Хотя... Что мне здесь со Стегичем? Так, Стегича полно, Трайка тоже могу качать. В принципе, будем и его качать. Да, Трицератопса нужно заменять кем-то. Ребята, пишите давайте, кем заменить Трицератопса. То есть Трицератопса я больше качать не буду. Получается. Ну, давайте нажмем Modify. Вот тебя на вот так вот сделать. А если вот тебя вот так вот сделать? Хочу видеть просто... Кто по силе считается сильнее, да. Да, стоять. Давайте тогда. Ну вот так, давайте пойдем вот так. Чтобы не было у нас получается, я не Зух, и Трицератопс, и Стегацератопс, как бы, ну, одного поля ягоды. Но пойдем такой командой, все. Идем, собираем наш приз. 500 монеток всего лишь дали. Эоплоцефал. Фигня. 8 клеток анкилозавра. Ну, чуть-чуть не хватило, еще 3. Было бы хорошо. Итак, это у нас Нублар Арена. У меня 1549. Здесь уже как бы довольно-таки сложно. Посмотрим, сколько мы будем проигрывать, сколько будем побеждать. Вот такая у нас какая-то странная. А зелень, как будто бы здесь кратер какой-то, знаете, как будто вулкан. Ждем оппонента. Луна у нас такая забавная. Арена 4. Нублар Джангл. Welcome to the jungle. Да, есть такая песенка популярная. Так. 114. Слаб. Ладно, давайте Трайка возьмем. У него броня хорошая. Ну, Стегацератопс. Да, выбрал я свое Creature.
против нас играет Индораптор, ребята. Помните эту сцену, кто фильм смотрел, да? Там он тянулся за девочкой. Ну, мне напоминает, по крайней мере, эту сцену. Ну, примерно равны, кстати. Он делает обычный удар. Я сейчас его должен замедлить. И 800. Неплохо я его пробил. Сейчас я должен стать быстрее. Паралич. То есть у меня, получается, перехватил инициативу. У меня будет два хода, да? Ну, вот это... Приколы эти с, с таймером. На телефоне такого я не замечаю. Вот на эмуляторе, да, вот такая фигня есть. Ну, у нас, смотри, ответил зато моментально. Какие-то удары, звуки за кадром. Непонятно, что происходит. Вроде бы... Это мой топчется, нет? Вот, ну, не совсем понятно. Минус один. Так, ну у нас косарь жизни плюс броня. Раптор нас, наверное, не пробьет. Ну, противник уже, видите, 11 уровень, да? Ну, то есть мой уровень примерно. С равными противниками приходится сражаться сейчас. Так, Эниазух. Какого уровня? 10. Ну, давай. 117 у него скорость. У меня 115. Так, минимальный удар. Никому паралич не прошел. Ладно, не буду пока подменяться. Битва бронелобых. Он убьет опять же тот же... О, крит прошел. Ну, это ему фартануло. Пробивай давай. А, у него, подождите-ка. Да. Минимал и обычный. Почему он не бил меня вот тем ударом, непонятно. Он бьет все время первый. В чем прикол? Почему он не пытается меня застанить? Так, ну что, он подменится сейчас? И пусть подменится, и ему стан, чтобы прошел, было вообще, было бы хорошо. ...1200 сквозь броню. Он помощнее, чем Стигоцератус, как мне кажется. 674 бьет. Но Трицератопс прикольный тоже, у него все удары с параличом. Но если вы уже запарализовали цель, то подряд нельзя, по-моему, парализовать. 500, 116, у нас 117. И 700 почти. То есть мы существенно сильнее, чем его Трицератопс. Но у нас уровень выше, конечно. Блин, он уже два раза мне крит выписал. А я ему не раз. Давай. Ну, может, хоть паралич? И паралича нет, сейчас пробьет, да? Нет, не про... Ну, парализовал. Ну, вот не фарт нам сегодня. Давайте, подменимся. Ну, хоть паралич не прошел. Ну все, прощай, мой друг. А, черт тебя подери. С какой-то радости. А, я подменялся, точно. Крит прошел от короля. Вот, смотрел вот этот видос, который я постил вам на ютубе на вкладке сообщества, как делали вскрытие тиранозавру. Забавно видеть, я его еще не досмотрел, но как бензопилой пили вино, вскрыли брюхо, вытащили сердце. Короче, это... какой-то страх палеонтолога, точнее страх любителя динозавров. Такое вскрытие тирексов, это не для слабонервных там.
Так, ну давайте еще пойдем. То есть еще победу нужно нам. Две победы. То есть буду сражаться до двух побед. Сто двадцать, 116, 117, 125. На, вот этот подлец. Но я быстрее. Но это мне как-то не очень. Он сейчас меня замедлит. Стопудово. Словен импакт. А насколько ты он замедляет? На 50%. Еще и у... это круто. Да давайте я вот так пробью. Блин, же у него замедление на меня было. Ну теперь надо меняться, да. Ну хорошо, на Кулазух это мой второй быстрый. На сегодня 120-очка у него. Я хожу первый. В первую очередь надо либо замедлять, либо снижать урон противника. Это железобетонно. Больно бьет, гаденыш. А насколько-то я его замедлял? Ну так на 50%, почему он меня так сильно-то ударил? А че он меня так сильно бьет, а? Эй, житла себе добавил. Ну почему-то я его должен пробивать. Вот так вот. Эоплацефал, самый бронированный подлец. Давайте снизим ему урон. А там его добьем уже кем-нибудь. 112. Мы и все быстрее. Все поголовно быстрее. Давайте броня на броню. Анкилос. О, это же у нас первый выход Анкилос. Чё-то я забыл про это. Сразу крит, молодец. Нет, тогда может еще один бой сходим, ребята. Анкилосом повоюем. Ну, если повезет. Ох, сейчас отгребет. Ну давай. Так, а что он где дает? Щит и первый ход. Так, ладно, давайте просто удар. Слабо прошло через броню. Так он меня вообще никак не должен пробить. Хорошо. Но он два раза подряд теперь походил опять. Щит. А какой у меня щит? 50%. Забавно. Броня 30. Ноль. Интересно получилось. Так, это у нас серия, да, про анкилозавра получается. Опачки, отлично. Еще восьмичасовой, да? Восьмичасовой. Давайте ускорим, освободим. Доллара вообще не знаю, откуда их брать, ребята. Можно VIP купить, в принципе, попробовать. А там больше всего будет даваться. Может, и доллару побольше будет даваться. Так, 1600 очков мы набрали. И давайте, последний бой. Хотелось бы, конечно, чтобы Анкилос нам попался. Забавно. Анкилос может блокировать, доджить, как индоминус невидимость, здесь у нас щит. Но, хотя, подожди, динозавр, который пробивает щит, будет пробивать щит. Конечно же, берем первого раптора. И у него раптор, это классическое, но я хожу быстрее. Значит, он потерял своего раптора. Какого он уровня был, не заметил. Он так быстро умер, что не заметил. Так, ну сейчас его ход, да? Восемьсот. Хотя нет, смотрите, я хожу все равно первый. Вроде как
Не совсем я понимаю, как это распределяется. Пробьет, да? Прокусил. Ну да, усиленный урон был. Вот, давайте, анкилозавр. Как раз отлично он зайдет. Так, он только что использовал. У него еще есть очень крутой удар. Черт, он мне сейчас сквозь броню будет пробивать. А, мы ему крита ввалили. Он сейчас, конечно, нас сильно пробьет. Так, кулдаун 2 вот. Кулдаун 1? Ни черта себе. Давайте так. Хотя зря. Да, я его пробиваю. Два крита подряд, ребята. Надо было другой щит ставить. Ну, так. Урхозавр. Давайте. Нам пофигу, мы сделаны из мяса. Блин, нам скорость уменьшили, это нехорошо. Ну, у нас и щит, и броня. То есть по нам вообще мало. Смотрите, криты как раздает. Какой у тебя шанс критов-то? 5% всего лишь. Можно подмениться, конечно, чтобы не терять анкилоса. Давайте так сделаем. Крит нам тоже выдал. Ну, до свидания. Кто бы ни появился, ему хана. О, Маргасаурус. Ну, давай. Ты удачно пришел. Большую часть ему житла сняли, и все. Он же больно бьется. Уменьшил скорость. Это ему позволит походить? Подождите, он же на 90% уменьшал скорость. По идее, он должен был походить. Ну или там не хватило, наверное, нужно же вдвое. Ну, фиг его знает. Не совсем так. Есть четкое понимание вот этих механизмов по поводу ходьбы, что, где, кого. Так, это я ставлю сейчас. В общем-то, план свой, ребятки, я выполнил. Показал вам, что хотел. От вас в качестве отдачи прошу писать предложение, кого включить в команду. Только предложение обоснованное, то есть, потому что денег, кого попало, качать нет. Тани Калагреуса я, да, вот, взял на заметку. Тани Калагреус 130, да, скорость у него? Да, 130, это он уступает только Раптору, да? Здесь нет, это точно не подходит. 125 не подходит. Но только рапторы, да, имеют скорость 130. Так, а кстати, ты. И это Гуанодон. И Гуанодон. Что у тебя? 126 по скорости, но. 126. А где мой еще раптор один? Или. Подождите, я его что, не собрал? Так, что там у Юты? Это Юта Раптор, да? А, это Пира Раптор. Скорость неизвестна. А где раптор? Блин, не могу найти. Где мой второй раптор? Тот, что... Чё-то я... А, вот он. Чё-то я ослеп. Поздно уже, ребята. Поздно. 128. 128, то есть Тани Калагреус всё-таки на втором месте получается. Вот в чем его, конечно, прелесть. Это я понимаю. А здесь 132. Да, это Макси Спиди. Ну все. Всем пока, ребятки. Ставим лайк. До скорых встреч.